Не могу поверить, что его больше нет. Пора прощаться, старый друг. Я буду помнить тебя всегда. Наслаждайся последним плаванием. Пока, рыбка. Не с места, смелочка. Что? Это рыбная полиция. Вы арестованы, юная леди. У вас будет время подумать о том, что вы сделали. Что это за место? Привет. Ты странная. Офицер. Ау, офицер. Вы прошли путь от этого к этому. Хорошо. Вы свободны. До встречи. Эй, вы, освободите меня. Давайте проверим. Похоже, вы все еще зубрила. Видите? Вы не русалка. Как же несправедливо. Эй, на чем это я сижу? Ракушка? Какая огромная. Привет. Чтобы сбежать из тюрьмы. Ой, ясно. Удачи. Подождите, алло. Куда она пропала? Пожалуйста, вернитесь. Тишина. Я позабочусь об этом. Алло, где же вы? Хватит, у нас тихий час. Давай, лопай, нужно это исправить. Ужин подан. Что? Ешьте. Спасибо большое. Это вообще съедобно? Какая гадость. Это сработает. У меня дома такой же есть. Выглядит уже лучше. Просто добавим воды. Плевок сойдет. Взбиваем до однородности. Да, вот так. Готово. Вы же не думали, что я буду это есть? Это намного полезнее для кожи. Обожаю маски для лица. В самый раз. По-моему, все готово. Ну разве не здорово? Так расслабляет. Спокойной ночи. Думаю, достаточно. Настал момент истины. Прыщей больше нет. Так еще хуже. Это не смывается? Я думала, уродливее уже некуда. Какая же я дура. Зачем я это сделала? Подождите. Этот цвет намного лучше. Чешуя. Есть. Настало время для следующего шага. Дайте подумать. Эта резинка может мне пригодиться. Какой красивый синий цвет. Почти. Прям как рыбку. Раз, два, три. Все готово. Идеальные губы. Отлично. Но мне нужно больше. Только посмотрите на все это. Я всегда мечтала о пухлых губах. Посмотрим. Что я наделала? Переходим от макияжа к прическе. Что это? О, пахнет отвратительно. У полицейского ноги воняют. Меня сейчас тошнит. У меня есть идея. Дайте-ка это сюда. Они могут мне пригодиться. Локоны без плойки – это то, что нужно. Только потому, что я в заперти, еще не значит, что мои локоны должны быть некрасивыми. Еще несколько поворотов. А теперь ждем. Раз, два, три и готово. Просто великолепно. Отлично. О, можете их забрать. Что? Не так уж и плохо. Ну же, открывайте. Я знаю. Она выглядит отстраненно. Пришло время нанести удар. О, как красиво. Надо подойти поближе. Откройте дверь. Как скажете. Для вас что угодно. Эй! Чуть не попалась. Больше не петь. Так-то лучше. Думали, это сработает? Нет, тушки. Но у меня почти получилось. И вот так всегда. Как же тут воняет. Тут еда где-нибудь не валяется? Это обязательно сработает. О, офицер. Посмотрите на мои усы. Эй, заключенная. Вам конец. Спасибо, неудачница. Это как раз то, что мне нужно. Без зеркала это лучший способ подвести глаза. Идеальные стрелки, я иду. Просто следуйте линии скотча. Легкотня. И с другой стороны.
Как понять, хорошо ли получилось? А? Все криво, стрелки не одинаковые. Так. Нужно это исправить. Чем толще линии, тем лучше. А может и нет. Так неровно. А если сделать эту потолще? Нет. Хорошо, а теперь посмотрим. Вот блин, я сейчас сорвусь. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Давайте начнем сначала. Эй, неплохо. Я знала, что у меня получится, надо только набраться терпения. Ну смотрите, мне нужно переодеться. Здесь есть что-нибудь подходящее? Бинго! Это мой любимый цвет. Как неловко, но я должна это сделать. Так, за дело. Соединим их вместе. Уникальный топ. Но мне все еще кое-чего не хватает. Да, это подойдет. Вау, я чувствую себя русалкой. Но мне все еще не хватает одной важной детали. Плавник. Где же найти хвост? Где же... А как насчет ее хвоста? Иди сюда. Не возражаешь, если я его одолжу? Спасибо. Немного тесновато. Нужен, оттягивайся. Едва на палец помещается. Давай, толкай. Прошу, это должно сработать. У меня нет других вариантов. Пожалуйста. Это бесполезно. Вот эта тренировка, я вся вспотела. Эй, что происходит? Не могу поверить. Настоящие плавники. У меня волшебный повод. Вот это да, потрясающе. Теперь я настоящая русалка. Теперь мне нужна вода, чтобы плавать. Ой, русалка на полу. О, нет. Что? Простите, бесплатный уход за лицом? Сегодня мой счастливый день, вот это да. Хвост? Есть. Не хватает только одного. Пение. Даже не знаю. Подождите, что? Почему она плачет? Я никогда не стану русалкой. Неужели? Эй, охранница! Что вам нужно, заключенная? Смотрите, я теперь русалка. Посмотрим. Вы больше не похожи на зубрилу. У вас даже есть плавники. Ну так что? Давайте вместе ходить на уроки пения. Интригующе. Хорошо. Давайте вытащим вас отсюда. Я свободна. Плавник не очень удобный. О, боже. Что такое? Что такое? Я вам помогу. Спасибо. Мы Давайте. Почти в цели. О, кажется, нам сюда. Давайте споем от души. Ух ты, наше место здесь. Да. Моя ракушка вас зачарует. Моя волшебная ракушка. Нет, стойте. Ой. Нет, я должна все исправить. Ну же, получилось. Да, творите свою магию. Я человек. Это кошмар. Ой, что это? Чек-лист? Ничего себе. Я знаю, что делать. Начнем с макияжа. О, какой огромный. До свидания. Потребуется время. Ух ты, жемчужина. Хорошо, что у меня много прыщей. Так, мило. А теперь немного чая. Ага. Из-за всех этих прыщей мне захотелось пить. Я просто утоплю эти жемчужины в чае и дело с концом. Конечно, мне понадобится соломинка. Мой чай с шариками готов. Класс. Фу, мерзость. О, что это? Мочалка. Супер. Использую ее для нанесения макияжа. Натянем ее на голову. Вот так. Следующий шаг. Немного блесток. Отлично. Нанесу немного на... Здесь пусто. Что же делать? Подождите. Придумала. Помоги мне, маленькое создание. Тушься. Вау, превосходный оттенок.
Мне нужно еще немного. Идеально! Это как раз то, что мне нужно. Посыпаем блестками лоб. Затем переходим к щекам. Вот так. Красотища! Не правда ли? В подводном мире этот образ в тренде. Прекрасно. Посмотрите на эти детали. Чего-то не хватает. Блестки еще не кончились. Точно. Очень круто. О, какая огромная. Музыка. Пора включить песенки. 911. If you make me wanna cry, 911. Вау, я обожаю эту песню. Ух ты! Что это? Это мне пригодится. Огонь! Но надо расчесаться. Ну как я вам? У меня красивые волосы. О, сверимся с чек-листом. О, макияж есть, прическа есть. Остается только наряд. Поищем в интернете. Как сделать хвост русалки? Кажется, это достаточно просто. Дайте мне 5 минут. Сделаем все из подручных материалов. Сначала разложим пакет вот так. Здесь мы смешаем все ингредиенты. Надеюсь, сюда войдут все мои чешуйки. На хвост должно хватить. Теперь давайте перемешаем. Сгибаем руки. Погружаюсь. Очень важно покрыть все, чтобы каждая часть моего тела стала русалочьей. Ух ты, как здорово! У меня есть идея. Это было весело. Что это? Красивая рыбка. Если бы ты была прекрасной девушкой... То что тогда? А? Что происходит? Я нашел Немо! Прекрасная русалка! Эй, красотка! Привет! Что? Я недостаточно красива? Это сундук с сокровищами? Ну что, я красивая? Мои чудесные белые... Даже отражение убежало. Я изменюсь. Так... Вау! Вот это да! Попробуем! Улыбочку! нет! Я иду! Вот ты где! Я тебя вижу! Скоро ты будешь на месте! Я тебя спасу! Скажи «а». Теперь они чудесные. Есть! Я готова покорять землю. Секунду. Что это? Это не магия, ребята. Как ты сюда попала? Заказал морской салат. Ты идешь со мной. Что? Это знак от Посейдона. То, что нужно. Пора искать сокровища. Фу! Это мое? Намного лучше. А это что такое? Попробуем еще раз. О, нет! О, Тимми!
жаль. Что ты сказал? Поцеловать? Только не это. Идем со мной. Пора убрать эти водоросли. Попробуем еще раз. Немного щекотно. Готово. Все чисто. Вау. А это что? У меня растут усы? Как круто. Я красавица. Да. Ай. О! Это что, барьерный риф? Нужно что-то сделать. Нет, нужен другой план. Отлично. А? Да, крем мне поможет. Может, его понадобится много. Теперь бритва. Осторожнее, она очень острая. Ага, готово. Да. Почувствуйте ритм моря. Новое лицо? Я даже могу выбрать. И у нас победитель. Навстречу новому лицу. Начнем. Не так уж это и жутко. Готова увидеть результат? Теперь я буду не только королевой моря, но еще и королевой ТикТока. Так. Мне нужна новая прическа. Кажется, есть план. Нет! Нужно действовать быстро! Ты! Я все исправлю! Все это труднее, чем кажется! Не получается! Мне нужен новый план! Новый план! Хлои! Что ты тут делаешь? Тебе нужен спрей для волос? Что? Спасибо! Пока! Посмотрим! Поп! Ладно! Круто! Ай! Что это? Да! И я буду сиять, как самый яркий бриллиант! Всего за пару секунд! Да! Я королева! Пока-пока! Стоп! Я похожа на Дэйви Джонса? Мне нужно все исправить! Похоже, эти инстинкты! Тебе меня не одолеть! Бинго! Волшебство! Я просто гений, знаю! Что это за запах? Кажется, есть проблема. Но все можно исправить. А это порция АСМР в нашем видео. Так что просто наслаждайтесь. У меня будут идеальные ноги, то есть хвост. Работает! Работает! Готово! Малыши! Я вас поймаю! Чисто! И ты идешь со мной! У меня отлично получается! Пока, друзья! Я готова! Я приготовлена!
прекрасно! Что-то тут не то. Хлои, у меня для тебя кое-что есть. Ладно. Вау! Чувствую себя как рыба без воды. Иду. Что? Я говорю, у меня для тебя кое-что есть. Что? Хочу примерить. Да, сейчас проверим. Так, блёст так много не бывает. Да. Не спешим. Двигаем бедрами. Готово. Что? Я хочу их! Вау! Хочу, хочу, хочу! Их вот так носят? Да! Что? Я знаю, что делать! Да, все просто, русалочка! Намного лучше! Фу, кажется, им досталось. Фу, нужно вымыть ноги. Как удобно, правда? Нужно только потереть хорошенько. Это будто бы ходишь по ракушкам дома. Теперь нужно все смыть. И даже руки не нужно использовать. Да. И все чисто. Дальше. Бум! Хранители неба и морей, дайте мне силу. Я приветствую вас и надеюсь, что буду красивой. Да, мои молитвы услышаны. Теперь я могу поймать эту надоедливую рыбу. Я иду спокойно, спокойно и... Эй, привет! Какая ты красивая! Иди сюда! Теперь я тебе нравлюсь! О нет, фу! Ненавижу прыщи! Убирайся! Привет, милашка! Ты точно надо запостить! Эй, что ты делаешь? Я тебя прославлю! Да! Фу, мерзость! Ей поможет только преображение! Потрясающе! Посмотрите на эту бунтарку! Это не смешно! Идем! Поверить не могу! Я им покажу. Щекотно. Что это? Фу! Где пинцет? Вот он. То, что нужно. Ужасно. Что это за запах? О, пушистое. Нужно от этого избавиться. О, пинцет мне не поможет. Вкусные маршмеллоу. Как здорово. И этот. Делаем это. Так, я готова. Раз, два, три. Вперед. Это было не больно. Как неудобно. Очищающий лосьон для лица? Я знаю один бьюти-лайфхак. Нанесу немного сюда, потом распределю.
А сейчас будет волшебство. Потрясающе! О, вау! Как мягко! Освежает. Думаю, сработало. Посмотрим. Ничего не получилось. Я не могу. А? О, что? Поверить не могу. А я всюду искала свой слайм. Он так здорово тянется. Есть идея. Тянем, тянем. Отлично. Нанесем его сюда. Интересно, что получится? Свет мой зеркальце. Скажи. Вау. А? Фу. Ужас. Гаджет для удаления черных точек. Как же мне повезло, что он у меня есть. Давай, убери всю грязь с моего лица. Он отлично работает. О, здорово. А что если... Фу, нос был грязный. О, папа оставил дома шахматы. Думаю, я могу это использовать. Нужно выдавить тональную основу на нужные квадраты. Назову эту технику шахматный контуринг. Белый цвет для осветления зон на лице. Готово. Спасибо. Так, теперь нужно все растушевать. Он где-то здесь. Но где? Тут так много всего. И как мне найти бьюти-блендер? А? Вот ты где. Фу. Кажется, мне нужен новый. Точно. Как же хорошо, что я не выбросила шарики после дня рождения. Я использую их вместо бьюти-блендера. А теперь все тушуем. Мне уже нравится. Идеально. Я горжусь собой. Отличная работа. Спасибо, крошка. Вкусно. Фу, как много пауков. Пластиковая ложка, я могу ее использовать. Моя любимая кисть для теней. Не нужны синие. Я видела это в ТикТоке. Нужно приложить ложку и рисовать по ее краю. Так получится ровная стрелка. Вау! Эй, что ты делаешь? О, думаю, тебе нужно это. О, да, спасибо! Мы можем использовать цвета, которые превратят меня в фею. С помощью зубной щетки я создам волшебный образ. О, и я им покажу. Проверю-ка я Инстаграм. Гадость! Что хуже? Прыщи и одежда! Я заставлю их изменить мнение. Мне нужна ежевика. Я раздавлю ее, чтобы получить сок. Для этого мне понадобится скалка. Это так расслабляет. Они думают, что у меня плохая прическа. Так я сделаю ее крутой. Теперь попробуем. Отлично. Вперед, за новой прической. Мне нравится. Вау.
О, нужны аксессуары. Мои волосы еще и отлично будут пахнуть. О, вау. Нужно что-то сделать с ушами. Мне поможет двусторонний скотч. Нужно совсем немного, чтобы приклеить уши. Намного лучше. Теперь я готова. Привет, любовь моя. Что ты сказал? О, хочешь, чтобы я тебя поцеловала? Ладно. Эй, а как же накрасить губы? О, точно, как я могла забыть? Мои любимые цвета. Голубой и розовый. О, я знаю, как произвести впечатление. Да. Струны гитары подойдут для этого лайфхака. Нужно разрезать помаду пополам. Отлично, теперь добавим розовый цвет. Огонь соединит две половинки. Как нас с Тимми. Фу. Идеально. Я чувствую себя на все 100. Видите, у меня отличное чувство стиля. О, конечно! Я же могу использовать блестки! Крутые сердечки. Добавим воды. А потом все смешаем и положим вот в такой чехол. Последний штрих. И можно замораживать. Готово. Поверить не могу. Выглядит красиво. Лучшие блестки, которые я видела. Теперь я могу нанести блестки на лицо и тело. Я королева блесток. Так красиво. Есть. А теперь... Вау, кто эта красотка? Вау! Бро, смотри! Да. Улыбнись! Теперь я тебя прославлю! Хлоуи, будь выше этого! Вау, ты отлично выглядишь! Спасибо! Может, прогуляемся? О, конечно! Да! А? Ладно.